Кстати, более 800 туристов заблокированы на горе после землетрясения в Индонезии. Это произошло в результате оползней, которые возникли из-за землетрясения на острове Ломбок. Сила подземных толчков составила 6,4 балла. Погибли 16 человек. Землетрясение произошло накануне на густонаселенном острове Ломбок вблизи вулкана Ринджани, а также рядом с популярным туристическим островом Бали. По информации Индонезийского агентства геофизики и метеорологии, очаг землетрясения находился на глубине 7,5 километров, а первым толчком последовало более 130 авторшоков, сообщает Associated Press. В результате катастрофы погибли 16 человек, более 162 получили травмы различной степени тяжести. Индонезия подвержена частым землетрясениям из-за своего расположения. Страна является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца, где находятся мощные тектонические разломы. Так, 26 декабря 2004 года около индонезийского острова Суматра произошло самое мощное за последние десятилетия землетрясение магнитудой больше 9 баллов. Тогда в результате стихийного бедствия погибли более 230 тысяч человек. Мы спим здесь, на обочине дороги, потому что наш дом рухнул во время землетрясения. Поэтому мы с семьей должны спать здесь. В других местах здесь есть другие жители деревни. Мы боимся авторшоков.